мои дорогие друзья, меня зовут Дизмон, и сегодня у нас обзор Три Брейка. Погнали! Есть у меня одна интересная история, как мне достался Три Брейк. Сейчас я вам ее расскажу. Решил я такой, значит, поехать на ившот, понерфить с подписчиками. Поиграли, пофоткались, в общем, зарядились веселым настроением. Спасибо за игру, очень понравилось. Пока. Спасибо. И тут под конец игры ко мне приходит Арсений, это мой зритель, если что, дает пакет, а в пакете лежит Три Брейк. Он такой говорит, это твой, я такой, в смысле мой? И в итоге оказалось то, что он просто подошел ко мне и подарил его. Вот это я просто шокирован, просто человек взял бескорыстно, подошел ко мне и подарил этот бластер. Вот я честно шокирован. В общем, дорогие друзья, прошла игра 1 июля на ившот, и вот этот человек, огромное ему спасибо, он мне подарил на обзор вот эти бластеры, это Ривриппер и Три Брейк. Ну я серьезно такого не ожидал, чтобы человек взял, подошел и подарил на обзор. Я просто в шоке. Вот как ты мог просто вот так вот придумать, чтобы подарить бластер вот мне вот просто так? Вчера мы просто были в магазине, я такой зашел, думаю, посмотрю новые нерфы, может что-то появилось. Захожу, а там на них очень большая скидка. И я подумал, что можно будет взять несколько и дать мне некоторые на обзор. Я всегда хотела что-нибудь такого подарить, чтобы как-то выделиться из числа кучи других подписчиков. Слушай, огромное тебе спасибо за подарок. Вот просто для меня это счастье. Мне просто человек подошел и подарил бластер. Огромное тебе спасибо. Все. Ну все, когда... Молодец! 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 Огромное тебе спасибо. Кстати, у Сени есть брат. Его зовут Матвей. И он хочет, чтобы я им передал привет. Так вот, Матвей, передаю тебе огромный привет. Желаю тебе всего самого лучшего, чтобы бластер был у тебя самым крутым, чтобы пулю не жевал. В общем, давай, пятюню. Самим Три Брейком я уже пользовалась. И вообще, эта пушка здоровска впишется в мою коллекцию. Я давно хотел себе маленький бластер серии Мега. Ну давайте его уже, наконец, распакуем. Коробка у нее, кстати, открытого типа. Я это очень люблю, потому что перед покупкой можно пощупать бластер, посмотреть качество пластмассы, узнать, подходит ли он тебе по габаритам или нет. Итак, дорогие друзья, распаковал я Три Брейк, в комплекте к нему шли три вот таких стрелы. Давайте его уже зарядим. Оп! Фишка этого бластера вот такое переламывающее дуло. Выглядит это очень эпично, то есть такое можно повыпендриваться, типа. У меня Три Брейк, новиночка. Давайте его уже зарядим и чуть-чуть постреляем. Самый любимый бластер и мега, который у меня есть, это Твинс Шок. Потому что он большой, красивый, фановый, и с ним всегда весело проводить свое время. Теперь у меня есть еще один фаворит. Это, конечно же, Три Брейк. Он несет для меня не только материальную ценность, но еще и моральную, потому что все-таки это первый подарок от подписчика. Но что касается остальных бластеров из моей коллекции мега. Этот лук я выиграл в штаб-квартире Нерф. А вот этот лук... Вы его все прекрасно знаете, потому что я отрезал тетиву. Я его купил по очень хорошей скидке. И признаться честно, я луки не люблю. Вот душевно они мне не нравятся. Поэтому у меня есть особо два нелюбимых бластера и два прям фаворита. Но луками я, к сожалению, не часто играю, но все равно мы их с вами сегодня протестируем. Давайте сравним Мега Три Брейк с остальными бластерами из моей коллекции Мега. Вот, давайте возьмем лук. Вообще визуально они, кстати, очень похожи. Если мы вот так вот приложим Три Брейк, то по сути это реально лук, просто без тетивы. В общем, Три Брейк мне все равно больше нравится, потому что, как я упоминал ранее, луки мне ничего. Что касается Твиншока. Твиншок очень большой, и мне его не очень будет легко взять с собой, например, в поездочку поиграть. А вот с Три Брейком, пожалуйста. Также имеется и... Вот этот лук, который я порвал, это опять же лук, и за это я их не люблю, потому что вот луки мне вот честно не заходят. Также у него оборвана тетива и как-то вот не очень, знаете ли. Сейчас давайте уже посмотрим на то, как стреляет Твиншок и Три Брейк. Погнали!
проводить тесты на дальность. Погнали! Так, обойма трибрейка закончилась. Мне нужен твиншок. Итак, проверяем дальность твиншока. Патрончики закончились. Пойдемте искать, на какую дистанцию они улетели. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Итак, самая дальняя стрела улетела на расстоянии аж 24 метра. Вот она в лужу у нас упала, мокренькая вся. Я подозреваю то, что это стрелял твиншок. Но оно не удивительно, то, что твиншок стреляет дальше. Но все-таки разница не такая критичная. Поэтому по стрельбе оба бластера очень хорошо себя показывают. Но для того, чтобы в полной мере мне протестировать трибрейк, мне понадобится Леша с канала Чак и Чак. Привет, что ты можешь сказать про свой бластер трибрейк? Ну то, что он стреляет. Замечательно. У тебя есть точно такой же трибрейк, и давай посмотрим, как он поведет себя в бою. Патроны закончились, один-единственный. Стой! Хоп! Так, перезарядка. А-га! Так, запасные. Он, походу, все запасные пули забрал. Так, выцеливаем Лешу. Вон он! Перезаряжаем, что-то значит. Черт! Куда? Вот черт! Нет! Щук-щук! О, патроны закончились! Нет! Блин! Перезарядка срочно! Куда пошел? Стой! Вот. А, котел тоже занесет. Прописываем. Сколько ты патрон набрал, слышь? Читер. Полный карман патронов. Вот жук, а. Так. Сечки. Вот эти чуть-чуть. Так. Хороший прием, кстати. Куда пошел? Так, вон он. Я бесстрашен. Ах ты ж засранец.
надо собирает жук. Нет! Так нельзя! Да блин! Патроны пошли! Хорошие патроны, мне нравятся! Обстрел, Лёхи! Я вообще в открытой стою. Да. Оп, уже нет. Да что ж, патроны не достали. Убежал, убежал. Перезарядка. Черт, черт. Гаденыш! Получай, Требриковской стрелой! Так, он сейчас опять выбежит как-нибудь неожиданно. Поэтому надо... Вон он на танк полез. Ушел в бизнес. Хэт! Это мой танк. О! Есть пробитие! Итак, закончился наш нерфинг с Чаки Чаком. И что могу сказать? Требрейк бластер очень хороший, особенно когда он есть у твоего друга, и вы вот вместе перестрелитесь. Это то же самое, что с желтыми, только тут побольше патрончиков. В общем, мне все понравилось, бластер годный. Так, каково твое мнение? Реально бластер годный, правда, с учетом того, насколько давно я играл в него в войну, то я очень косой. Да, бывает такое, кстати, стреляет тоже очень хорошо. Я думал, то, что вот эта вот штучка с перезарядкой, она вообще не нужна, это все понты и не круто. Но на самом деле, когда ты это все юзаешь в бою, это выглядит, то есть, очень эпично. Тебе самому нравится все время вот так вот заводить, это выглядит реально и круто. И вставлять пульки удобно, и все-таки вот эта фишка, она классная. И были у меня претензии по поводу того, то, что кнопка слишком далеко находится. На самом деле, во время нерфинга ты просто привыкаешь, то есть, вот, видите, я до нее пальчиком достаю. Вот, то есть буквально. Либо второй рукой помогаю, большим пальцем раскрыл, вставил, побежал. Все, вообще классно. Поэтому вот эта фишка, она хорошая. И бластер смело могу рекомендовать к покупке. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментарии, что вы об этом думаете. Кстати, у Чаки Чака есть такой же обзор на Требрейк, так что переходите на его канал, смотрите, потому что слушать несколько мнений на одинаковую тему – это очень хорошо. С вами был Дизмон и Чаки Чак. Всем пока! Пока! Блин, стоп снято.